Натали Портман – американская актриса театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер. Имя при рождении – Натали Хершлаг. Родилась 9 июня 1981 года в Иерусалиме, Израиль, в семье врача и актрисы. Родители актрисы незадолго до рождения Натали переехали из столицы Молдавской ССР, Кишинев, в Израиль. Ее мать была домохозяйкой, которая теперь работает ее агентом. Предками матери являются евреи из России и Австрии, а отца – евреи из Польши, Румынии и Израиля. Когда Натали было 3 года, семья переехала в США, в Вашингтон, а потом в Нью-Йорк. В возрасте 11 лет она была замечена рекламными агентами и приняла участие на кастинге к съемкам фильма «Леон», в результате которого получила роль Матильды и в 1994 году появилась впервые на экране. После громкого дебюта последовали фильмы «Схватка» 1995 с Робертом Де Ниро и Аль Пачино, «Хорошенькие девочки» 1996 и «Марс атакует» 1996. В 1998 году успешно дебютировала как театральная актриса. Она играла роль Анны в бродвейской постановке «Дневник Анны Франк». В 1999 году Портман поступила на психологический факультет Гарвардского университета. В 1999 году сыграла в фильме «Звездные войны» эпизод 1 «Скрытая угроза». Далее последовали съемки фильма «Где угодно, только не здесь», где также снималась Сьюзен Сарандон. Натали Портман за эту картину номинировалась на «Золотой глобус». Затем, в числе прочих работ, были «Там, где сердце» 2000, за эту роль она получила Youngster Awards, и «Близость» 2004, за которую она была номинирована на «Оскар». По словам Натали Портман, она не собирается всю жизнь посвящать актерской профессии. Владеет 5 языками – английским, немецким, французским, японским и ивритом. 14 июня 2011 года Натали родила своего первого сына.